Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко считает, что вероятность начала активных боевых действий в Донбассе выше, чем в Крыму. Об этом он заявил 12 августа в ходе пресс-конференции, комментируя разоблачение украинских диверсантов на полуострове. Сначала Украина заявляет, что ничего не было, то есть никаких прорывов и попыток проведения чистых актов не было предпринято вообще. Потом Турчина, по-моему, заявляет, что это все провокация и Россия сама себя обстреляла. А следующее заявление было, что между пограничниками и вооруженными силами Российской Федерации произошла перестрелка, в которой погибли либо те, либо другие. Но поверьте, тут уже комментировать, наверное, просто нечего. Украина настолько завралась в своих оценках и своих комментариях, что тут уже, наверное, диагноз ставить надо скорее, чем тут доктора нужны, причем серьезные. Это первое. Дальше по поводу приведения. Обратите внимание, как было сделано заявление Владимира Владимировича Путина. Он признал, что Украина – это клиент, а с клиентами разговаривать он не будет. И поэтому разговор, наверное, будет с хозяевами. Хозяева США, своему ужасу ему сказать, что и США, наверное, узнала о попытке прорыва в Крым от Владимира Владимировича Путина. То есть Украина полностью выходит из-под контроля. Дабы сохранить ситуацию более-менее стабильно, Порошенко пришлось привести подразделение в полную боевую готовность. Что мы от этого ждать нам? Следующего, что добровольческие батальоны, военнослужащие Украины могут принять приказ полностью, то есть дословно понять его, и могут в любой момент начать провокацию здесь. Также глава добавил, что республика готовится отразить наступление украинских силовиков на трех возможных направлениях. Да, мы ожидаем наступления украинских подразделений, добровольческих батальонов. Рассматривается три направления ударов, но на сегодняшний момент, куда именно и когда именно они ударят, информации точной нет. Поэтому приходится готовиться на всех направлениях и поднимать общую боеспособность подразделений своими учениями и приведением в боевую готовность. Это мы сделали уже. На сегодняшний момент уже три дня идет полностью ревизия всех бомбоубежищ, приведение к готовности тех бомбоубежищ, которые по тем или иным причинам были запущены. Но на сегодняшний момент процентов на 70 бомбоубежищ уже готовы. Но поверьте, не каждый житель Донецка все-таки многочисленный, и поэтому все бомбоубежища у нас сюда просто физически не сможем вместить. Было принято решение переоборудования под бомбоубежище подвалы домов, административных зданий. То есть дополнительно будет введено еще порядка 150-170 бомбоубежищ. Ранее Захарченко заявлял, что если украинские силовики попытаются атаковать Донбасс, они будут отступать до Киева. По его словам, возможное наступление ВСУ приведет к окончательному разрыву Минских соглашений. Таким образом, глава ДНР предупредил украинскую сторону о том, что Минска-3 не будет. Дарья Черничная, Алина Боярская, Новороссия ТВ.